Сальто назад и вперед, с места и в движении. Паркур в Самаре появился не так давно, 10 лет назад, но покорил сердца многих парней. Для них это и спорт, и искусство. Я начал заниматься в 13 лет. Для меня это было что-то нереальное. Просто посмотрел разные фильмы, там как «Ямакаси», «13 район». Мне это просто вскружило голову. Я решил, а почему, я что, хуже, что ли? Я хочу тоже этому учиться. И начал практиковать. Спортивный праздник в промышленном районе удивляет своим разнообразием площадок. Футболисты до матча разминаются не на поле, а за партией в шахматы. Рядом показательное выступление по спортивным танцам. Они развиваются физически, развиваются умственно. Если вспомнить девиз древних: хочешь быть сильным — бегай, хочешь быть быстрым — быстрым бегай, хочешь быть умным — бегай. Любой мальчишка, девчонка, они же смотрят. Кто-то однозначно, кто-то вот с сегодняшнего праздника захочет тоже пойти заниматься либо в спортивные танцы, либо там в ушу, в карате. Это практика жизни, то есть ее вообще вот никто не отменяет, это работает. Наглядный пример. Спорт-праздник прошел под девизом «Спорту да, наркотикам нет». Для тех, кто болен спортом, на нездоровые зависимости времени просто нет. Валерия Макарова, Максим Гусев, «События».